давайте послушаем нового тренера Клиперс Дока Риверса. Клиперс никогда не выигрывали чемпионат. Когда-либо. Мы собираемся победить в этом году, и это изменит вашу жизнь. Посмотрите на себя. Это Хаварти? Вы торгуете Деандре Джорданом? Извините. Это мой помощник в... Моему мистеру правая рука Стерлинга. Как Уви может быть в Феррари? О, здравствуйте, миссис. Стерлинг, я люблю свою девушку из календаря. Это подъем берущих. Я нанял кого-то, чтобы следить за деньгами. Она подала на меня в суд. Мне нужно показать им, что у меня есть сила. Вы что, тупой, что ли? Не приводите чернокожих на мои игры. Весело. Я знаю, что это так. Какой у вас размах крыльев? Все встали. Мы должны защитить игроков. Владельцы абонементов привыкли к определенному объему доступа. Я привык к тому, что определенное количество людей ведут себя чертовски нормально. Магнитофонная запись вас и вы... Он вышел. Скажи мне, что на пленке? Некоторые заявления... О, что? Нет, что? Этого не может быть. Вы думаете, что я расист? Чувак буквально говорит, что я собственность. Я твой владелец. Ты мне не хозяин. Каждая секунда на счету. Игроки меня любят. Мы буквально ненавидим вас. Мои дети спрашивают меня, почему я играю за человека, который говорит все эти отвратительные вещи за моей спиной. Весь наш мир горит дотла. Я собираюсь возглавить организацию Клиперс. Разве мы плохие люди? Имеет ли это значение? Я слежу за всеми игроками, но ни один из них не следит за мной.